Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! С невероятным удовольствием вновь оказываюсь в этой студии, потому что со мной, во-первых, прекрасный гость Сергей Алексеев, Елисеев. Доброе утро! А во-вторых, мы вновь начинаем наш новый осенний сезон, осенний-зимний-весенний сезон перед снова летними каникулами 2018. Как всегда, мы будем стараться делать так, чтобы люди, приходящие к нам в студию, несли вам доброе, светлое и вечное, спасибо, Сереж, а самое главное, практичное. И сегодня мы начинаем, вот знаете, как, с чего начинается компания, со стратегии, да, там, с верхнего уровня. Сегодня мы начнем менеджмент с самого верхнего уровня, с системы корпоративного управления. Так я представляю своего гостя, Сергей Елисеев, независимый директор, председатель совета независимых директоров и ИТРИМ. Менеджер. Да, Сереж, доброе утро. Доброе утро. Встречаясь с тобой в разных городах на разного рода мероприятия, я понимаю, что тема, которой ты занимаешься, она сегодня серьезно востребована. Скажи мне, пожалуйста, собственно говоря, чем ты занимаешься и почему вот это, ну и почему именно это? Ну, в двух словах, до 2010 года я был играющим топ-менеджером, работал там финансовым директором, в том числе в крупных компаниях типа Лукойла и Русала. А с 2010 года я работаю в советах директоров нескольких компаний и занимаюсь только корпоративным управлением. То есть тебе надоело ходить на работу, ты решил приходить туда раз в месяц? Да, совет директоров или работа корпоративного директора, она чем замечательна? Тебе не нужно ходить на работу фулл-тайм, но зато ты занимаешься самыми серьезными вопросами стратегического уровня и так далее. И всегда есть... Одна приятная особенность – есть кому поручить то, что нужно сделать. А, так тебе раньше приходилось тебе самому делать? Да, раньше приходилось фулл-тайм разгребать все самому, а тут можно есть кому поручить. Скажи мне, пожалуйста, вот если в целом вот оценить, наверное, уровень корпоративного управления в России, так как у тебя и союз независимых экспертов, который ты возглавляешь, вот что на самом деле сегодня происходит вот в этой среде? То есть мы сейчас от общего немного попробуем пойти к частному. Хорошо. У нас была очень мощная попытка, которая, как ни странно, была предпринята государством по развитию корпоуправления. То есть с 2008-2009 года развивалось корпоративное управление для госкомпаний. К сожалению, в ряде причин, там, потому что количество госкомпаний сократилось, некоторые компании перешли там, под другое управление там, и так далее, политика поменялась. На сегодняшний день вот, корпоративное управление в госсектором, оно стало как бы, вот этот вот рывок, он стал сильно замедляться. А в частном секторе, если в нулевых годах была очень хорошая перспектива в силу того, что шли инвестиции, в том числе иностранные, шли инвестиции через биржу, то есть такие инвестиции, то был расчет на то, что корпоративное управление будет сильно развиваться, потому что инвестиции без корпоративного управления, ну, как бы не происходят, они идут параллельно друг другу. И развитие инвестиций привлекает развитие корпоративного управления. То есть именно рост бум привлеченных денег в 2000-х позволил, так сказать, шагнуть нам на новый уровень корпоративного управления? Ну, в какой-то степени. Давай, шагнуть вперед. Давай, кстати, дадим некое определение этому термину. О чем мы вообще с тобой говорим? Что такое корп-управление? По большому счету, корпоративное управление – это уровень управления между собственниками активов или собственниками денег, которые дают это в бизнес, и между исполнительным менеджментом, который управляет этим бизнесом и распоряжается этим активом и этими деньгами. То есть, на стыке получается, да? Да. То есть, он охватывает и интересы собственников, и он охватывает функционал исполнительного менеджмента. Дай, пожалуйста, может быть, основные, там, ну, что такое корпоративное, мы с тобой объяснили, что это некое управление. Управленческая структура, да? Слой управления со своими полномочиями, уровнем принятия решений между собственниками и, возможно, распространенной большой сетью инвесторов, как больших, так и маленьких, и непосредственно людьми, которые работают в компании, генеральным директором, его заместителем, собственно, компании. А что вот внутри, из чего состоит эта прослойка? Давай тогда уже до конца допилим. Ну, самая типичная конструкция – это совет директоров и несколько профильных комитетов. Профильные комитеты чаще всего это стратегический комитет, причем стратегический комитет это характерно для России и других развивающихся рынков, для западных. HR-комитет, я знаю, да? Бывает, но это скорее... Или вознаграждений. Стандартно, да, комитет по кадрам и вознаграждениям, значит, и бывает инвестиционный комитет, бывает по аудиту, там бывают совмещенные вместе в одном, значит, и так далее. То есть, вот, но основные направления вот эти. Почему именно эти направления вот выделены в комитеты? И что такое вообще комитет при совете директоров?
Почему выделили эти направления, не могу сказать. Это, во-первых, традиционно сложилось, и это пришло. Самые острые зоны, может быть, там. Самые основные, наверное, самые зоны, основные которые зоны. Необходимо. Угу. Да. Остальные, вообще набор комитетов компания может установить сама. Любые в силу, ну, теоретически любые, да, в силу того, как она понимает, где находится ее зона стратегического развития. Угу. Значит, на развивающихся рынках, я уже сказал, и у нас в России популярен стратегический комитет, в западных компаниях это встречается редко, потому что они считают, что стратегия, значит, либо они уже все хорошо знают, и стратегия отдается на более низкий уровень, там, например, исполнительного менеджмента. Значит, комитет, основная функция его – качественно проработать, подготовить варианты решения, которые выносятся на рассмотрение, на утверждение совета директоров. Угу. То есть, в чем прелесть комитета? Он может вынести на совет директоров несколько альтернативных решений. Он не принимает решения самостоятельно, он их готовит и прорабатывает. Угу. И в этом смысле он может вынести несколько альтернативных решений. Совет директоров не может себе позволить такой роскоши, как принять несколько решений. Он должен принять, выбрать одно. Он должен выбрать одно, да. И в этом смысле на совете директоров, как на властном органе, лежит больше функция на том, чтобы принять решение, а на комитете лежит функция хорошо проработать. Проработать и подготовить. Сереж, еще, чтобы уж до конца у людей сложилось представление, давай, может, пройдем от иерархии решений. Ну, то есть, самый высший орган управления – это общее собрание акционеров. То есть, вот общее собрание акционеров. Это те, кто имеет долю в компании, да? Общее собрание акционеров. Оно как часто проходит? Раз в год. Один раз в год. Считается нормальным раз в год, но могут быть внеочередные собрания, что бывает очень редко. Я правильно понимаю, что это в основном отчет за прошлый год и какие-то стратегические верхнего самого уровня там на следующий? Вообще это отчет за прошлый год, утверждение дивидендов и назначение нового совета директоров на новый год. То есть стратегические инициативы там не разрабатываются, не применяются? Нет. Так. Тогда получается, вот оно может утвердить там прошлый год, да, и, соответственно, поддержать прежний совет директоров, а может назначить новый, да? Они назначают каждый год, но состав совета директоров может быть те же самые люди, может быть частично изменены, может быть полностью изменены и так далее. Окей, тогда совет директоров – это следующий уровень управления. Как часто он встречается? Ну, по практике. Значит, совет директоров 6-8 раз в год проводит, угу, как правило, очные заседания, иногда заочные между этими заседаниями бывают. То есть, вот примерно так. Решение общего собрания акционеров обязательно для исполнения совета директоров, да. А решение совета директоров обязательно для исполнения исполнительными руководителями. Да. Все, с точки зрения теории нам все понятно. У нас есть общее собрание акционеров, есть совет директоров, есть исполнительная власть. Тогда получается… Само понимание корпоративного управления, оно, наверное, как раз именно в совете директоров и сосредоточено. Потому что если взять это даже просто. Сердцевина. Сердцевина. Это. Даже если взять простой устав ООО, да, там есть акционер, есть директор. А вот этой прослойки нет. Но я вспоминаю сейчас вот. Но в широком смысле слова корпоративное управление, вот как вот этот слой управления, связанный между акционерами, владельцами капитала и исполнительным менеджером, он в ООО тоже есть. Хотя даже там может не быть совет директоров, а может и быть совет директоров. Это в основном это очень глубоко проработано и прописано в законе об акционерных обществах. Да. И, собственно говоря, будучи председателем правления, а также членом совета директоров своего банка, мы очень серьезно, Центральный банк нас очень контролировал вот, исполнение этого закона. А, понятно. Соответственно, первое, у акционерного общества априори должно быть, да, но мы с тобой говорим, в принципе, не о «Газпроме», хотя мы можем передать ему привет там, да, «Хочу быть акционером», как поет наш известный Семен Слепаков, а мы говорим о неком реальном, вот мы с тобой встречаемся в регионах, где есть реальный бизнес. Средние компании, среднего размера. 100 человек, там, наверное, это компания, у которой есть какой-то актив. Вот кто, как ты думаешь, реально нуждается в советах директоров? Ну, смотрите, здесь есть два варианта. Значит, вариант первый – это нуждаются акционеры, которые дают деньги, дают активы, но при этом не участвуют в управлении по какой-то причине. Они не хотят, не могут, хотят выйти из управления, хотят уехать за границу, уже живут за границей и так далее. Потому что примеров, что бывает, когда деньги и активы оставлены без присмотра или отданы на откуп менеджменту, значит, печальных историй может много. Может быть, какой-то там начиная, самый свежий кейс какой-нибудь? Конечно. Начиная от бесприданницы, значит, я разорен, я банкрот и поехал, значит, это самое, там, жениться на богатой вдове, до последнего кейса, не буду называть, конечно, там, имена, фамилии, даты, вот, одна детская школа, значит, спортивная, значит, просуществовала 4 года, то есть, первый год успешная, они, да?
в чем-то можно, известная, скажем так, насколько успешная, судите сами дальше. Значит, она просуществовала 4 года. Первый год они занимались самостоятельно этим. Там. После первого года они начали привлекать деньги, используя там одну краудфандинговую платформу. Значит, после того, как они вошли во вкус, они начали привлекать деньги просто у своих клиентов, уже не используя краудфандинговую платформу. В результате они набрали 1,5 миллиарда долгов. При этом набирали они денег там, от 36 до 60% годовых, из чего понятно, что там треть этих денег ушла на обслуживание долгов по пирамиде. Очень высокий процент. Да, примерно там 20-30, еще 200-300 миллионов ушло на реальное оборудование спортшкол, а куда ушло 700 миллионов инвестированных денег, это как бы интересный вопрос. Ну это что, жажда наживы, люди вваливали туда деньги по 36%. С одной стороны, это инвесторы, логично, что инвесторы хотят получить свои, как бы, на свои деньги хорошие дивиденды, это логично. Нелогично только вкладывать все деньги в один вот этот проект и как бы прогореть на одном проекте. Итак, значит, если ты акционер… Так вот, я сейчас как раз кейс, да, а вот ситуация что? Что менеджмент, который был предоставлен, а фактически эти основатели бизнеса, после того, как они начали набирать денег инвесторов, они пришли в позицию наемного менеджмента. То есть, они с акционеров сместились на уровень менеджмента. Да, они перестали быть акционерами и основателями, они стали фактически исполнительным менеджментом. Так вот, когда они вошли во вкус и начали набирать бесконтрольно денег, то история закончилась тем, чем закончилась. Они перестали заниматься бизнесом, они стали строить пирамиду. Так вот, если бы между инвесторами и вот этим исполнительным менеджментом находился вот этот слой, про который мы говорим, корпоративное управление в виде совета директоров, как раз задача совета директоров, который там раз в месяц или два раза… Удержать. Или да, раз в два месяца, да, удержать направление развития бизнеса, не брать лишние деньги, которые не нужны для бизнеса, а нужны какой-то для чего, это, собственно говоря, одна из его функций. И вот в этом случае, конечно, нужен там совет директоров. Окей, кто еще нуждается вот в такой системе корпоративного управления? Собственник, который хочет выйти из бизнеса и со временем его либо продать, либо просто выйти из бизнеса и получить свободное время. Слушай, ты знаешь, вот мы с тобой сегодня, когда завтракали до этого и проговорили основные боли, мне кажется, это важно, да? А что происходит сегодня с собственниками, которые начали бизнес там 10, 15, 20 лет назад? Ну, первое, что, наверное, как мы с тобой договорились, это снижение рентабельности. Бизнес стал приносить меньше денег. Да. От этого… И не прощает рыночная… Сегодняшняя ситуация не прощает рыночные ошибки. Если раньше их можно было загладить активностью, там в чем-то ошибся, рентабельность 20-30-40%. Следующий вагон купил. Да, перекрыть. Можно было загладить, перекрыть, да, то сейчас рентабельность падает, и каждая рыночная ошибка обходится так дорого, что компании иногда просто не могут восстановиться. Это первое. Второе. Соответственно, снижение уровня доходов снижает реальные доходы, да, снижает реальные доходы самого акционера или собственника, который придумал этот бизнес. В результате, представь, что раньше у тебя было все хорошо, стало хуже, с каждым годом все хуже. Интерес к занятию бизнесом все падает и падает. Наступает профессиональное выгорание. И в этот момент, ну, например, там, будучи мы с тобой взрослыми уже, у нас, наверное, дети, первое, кому мы говорим, ребята, дети, давайте занимайтесь моим бизнесом, что мы слышим от них? Наш папа, да. Ну, мой еще пока про бизнес ничего не говорит, хотя искал уже в интернете, значит, где можно заработать школьнику 9 лет. Вот, он еще пока ничего не говорит, он еще готов, как бы, что будет сказать дальше. Смотрим, недавно, вчера буквально вышла статья, если я не ошибаюсь, значит, РБК, это самое, 80% опрос проводили Ernst Young, 80% владельцев бизнесов в России готовы продать свои активы. Вопрос, что они могут продать? Вот это ключевой вопрос, да. А с другой стороны, был ответ, да, что там гораздо меньшее количество людей готовы покупать. Значит, вопрос кроется в чем? Почему так происходит? Давай буквально еще чуть-чуть добьем уже до конца эту тему. Поэтому, когда мы говорим о том, что продать, мало покупать, потому что все прекрасно понимают, что собственник, стоящий во главе компании, как ты сказал, пазл. Только он выходит, все развалится. Если вытащили собственника из этой конструкции, все развалилось. И более того, там есть гораздо худшая ситуация. Если просто механически поменять, попытаться поменять собственника, который вышел из бизнеса, на какого-то генерального менеджера, сразу же, вот буквально в один момент, там говорим, все, вот сейчас хорошо, давай мы просто одного генерального директора заменим другим, эта схема не будет работать. По одной простой логике. Все люди, которые работали вокруг этого заточены собственника, на него. Заточены на собственника, заточены на то, что все окончательные решения принимаются
собственника, у него гигантский лимит полномочий принятия решений. Они ничего сами без него не делают. Без него не могут делать. Как только приходит туда генеральный директор, который должен работать как генеральный директор, вся система в целом становится неработоспособной. Не потому что люди плохие, а потому что было распределено так, что убрав из ключевой конструкции собственника, вы не можете это заменить нормальным, качественным даже генеральным директором. Прекрасно, если у компании есть актив, как ты говоришь, завод и все остальное. Да. Можно посчитать стоимость этой компании по остаточной или условно по какой-то стоимости актива. А если это компания, которая, например, рекламное агентство или там еще что-то, там какой-то ресторан, кроме столов и стульев там посчитать нечего, еще мало того, если это просто торговая компания. Давайте это просто пример торговой компании, потому что там действительно чаще всего магазины арендованные, да, там нету своих активов. И там все крутится ровно на том, что вот выстроены связи и выстроен работоспособный механизм. Личности, директора. Вокруг личности. А если это какая-то... Директора-собственника. Директора-собственника. А если какая-то B2B компания, то это таблица Excel у главного по продажам, который тупо встал, забрал свой компьютер, компания закончилась. Вот поэтому покупать и нечего. На самом деле, я достаточно часто слежу за вопросами покупки и продажи, люди хотят покупать. Но так как купить невозможно, и они понимают, даже не профессионал понимает риски, которые мы с тобой проговорили, но еще немаловажный момент. Собственники не вечные. Завтра наступает здоровье, черта, там, смерть, и в этом случае все, как бы компания не подготовлена. Так вот, мне кажется, очень важный момент, уважаемые собственники, если вы, у вас как раз, мы для вас, собственно, делаем эту программу, сегодня мы вам скажем возможность, как выскочить из этой ловушки. Сереж, давай попробуем как бы вот и рассказать, что такое корпоративное управление для малого и среднего бизнеса, с чего начинать, как внедрять и что получим в результате. Ну, давайте попробуем более такой, как бы сказать, миролюбивый пример, когда собственник просто решил выйти в управление. У него все нормально со здоровьем, у него все нормально с детьми. Да просто он решил, ну, надоело, сколько можно там, 25 лет одно и то же, там, решил выйти из управления, да, либо решил выйти из управления, а потом продать этот бизнес, чтобы капитализировать все свои вложения. То есть я правильно услышал? Две важные принципиальные вещи. Сначала выйти и создать систему, и когда система без тебя будет работать, только тогда можно продать бизнес. Да, супер. Да, абсолютно точно. Значит, здесь я, как уже говорил, просто взять и заменить собственника генеральным директором невозможно. Это будет 3-4-5 бесполезных попыток перебора генеральных директоров. И собственник говорит, что эти, извините за выражение, знаешь, есть такое слово плохое, наверное, начинается на «таки» кончается, что это директора такие, а да, не он. Да. Да, разговор будет о том, что опять оказался не тот директор. Вопрос не в том, что директор не тот. Вопрос, что есть еще такая у нас как бы поговорка, это значит расстрельная должность. Какого бы человека на эту должность не поставили, он все равно не справляется. И не потому, что человек не надо, а потому, что то место, на которое его пытаются поставить, оно не сформулировано, вот, не сформатировано, можно не еще соответствует. Камень в огород наших собственников. Будучи консультантом, приходишь иногда в компанию, а он тебе говорит: слушай, все, класс, супер, начинаем с директором делать действия. И что происходит? Люди, принятые на работу собственником, бегут к нему, жалуются, говорят: слушай, мне сейчас что, идти на какую-то стратегическую сессию или заниматься продажами? Ты же меня на продажу занимал? У собственника переклин, конечно, он выгоняет консультанта, и компания разваливается. И таких директоров, которые пытались что-то изменить, но когда собственник сидел рядом и не передавал власть, это тоже очень большая боль. Вторая предпосылка действительно заключается в том, что самый страшный момент перехода. Ну вот представим, собственник сидел непосредственно в управлении, да, и здесь есть момент. То есть вот он вышел и перестал управлять всем. И страшно доверить генеральному директору, который, как мы понимаем, вот при такой схеме первые три попытки точно будут неудачными. И это логично, как бы, и он интуитивно чувствует, что если я просто сейчас все рычаги управления передам, то это начнет валиться. То есть он даже если не знает этого точно, то интуитивно чувствует абсолютно верно. Как руль у машины бросить. Тогда он говорит: слушайте, как бы нет, тогда я рычаги не отправлю, пусть он не отпущу, значит, пусть он посидит рядом со мной, вот посмотрит, поучится, к нему все привык. Он ко всем привыкнет, и потом я ему, значит, передам руль там и так далее через 2 месяца, через 3 месяца, через 6 месяцев, там, через год, вот я слышал версию, угу. Что пусть он год... Потому... Тоже не работает. Тоже не работает, почему? Потому что... Посижу рядом, да. Потому что если вы берете реально адекватного там генерального директора... Он не будет сидеть рядом. Он не может сидеть рядом 6 месяцев. Он может там месяц посидеть рядом для того, чтобы погрузиться в ситуацию. Но через месяц он придет и скажет: слушайте, одно из либо двух, я управляю. Либо вы дайте мне возможность управлять, и я пойду делать то, что я умею делать, там, и, там, беру на это все какие-то риски моральные, там, и материальные, и физические, да, и я пошел управлять. Либо я пошел искать другое место работы, потому что сидеть при вас вечно вторым, как бы невозможно. Угу, супер. И есть еще вот один замечательный пример.
Вот как только собственник вместо вот этого наемного генерального директора подпишет хоть один счет, хоть один платежку, все валится. Власть этого генерального директора в этой компании на этой точке закончилась. Дальше точка. Совсем. Восклицательный знак. Закончилось. Совсем. Прямо, восклицательный знак. Совсем. Это значит, что нельзя за спиной директора принимать никаких решений. И получается парадокс. Отдать всю власть сразу человеку, который не в системе, страшно. Не отдавать власть сразу, а пытаться когда-нибудь ее передать потом. Нерезультативно. Вопрос, что делать? То есть замкнутый круг. То есть получается не разорвать. Здесь на сцену выходит корпоративный кровь. Здесь на сцену выходит то, что давно придумано до нас. Вот, для того, что. То есть есть прослойка между деньгами или владением активов и исполнительным менеджментом. Это как раз совет директоров или вот этот уровень корпоративного. Сколько управления? Минимально людей должно быть среди директоров и где их брать? Вот, собственно, первый вопрос: блин, а где мне теперь брать этих там, директоров? Ну, вообще. Вот, могу ли я быть директором? Вообще там, сам он. Оптимальный состав. Ну, вот для среднего бизнеса мы опять же говорим: то есть это 5-7 человек. Оптимальный состав совета. 3-5 не работает? Меньше 5 маловато. 5. Ну, опять да, вот 5-7 оптимальный количественный состав. Значит, прежде чем где брать, такой основной вопрос, кого брать. Значит, чаще всего собственник говорит, так, ну, у меня есть нормальные, надежные, проверенные люди. Друзья мои. Нет, не друзья, из бизнеса, которые из бизнеса. Вот проверенные люди, мои подчиненные фактически, вот я их там всех. Из этой же компании. По-моему, это катастрофа. Или из этого же холдинга, но из другой там. Значит, он набирает своих людей, которые де-факто являются его подчиненными, и тогда совет директоров превращается в проекцию его самого, потому что они привыкли ловить его флюиды, его направления мысли и поддерживать. Вот, и исполнять, если шеф что-то сказал, то надо исполнять, а не рассуждать с ним, и тем более не спорить с ним, и тем более не выдвигать противоположную точку зрения, потому что она профессионально правильная, да, но шеф почему-то сейчас вот как бы не в том направлении там движется, да. Значит, что получается? Он тогда собирает вот этих своих подчиненных из этого бизнеса, из другого бизнеса, они начинают проецировать его самого, и совет директоров превращается в проекцию, то есть он начинает разговаривать сам с собой. И в принципе тогда такая ситуация получается, ну вот в электронике есть такое понятие положительная обратная связь, на самом деле это плохо, потому что система входит в резонанс, и она потом разрушается, то есть, да? То есть не как психологи говорят положительную, а именно в электронике положительную. Система разгоняет сама себя и потом доходит до разрушения, то есть он входит в резонанс сам с собой. Совет директоров его отзеркалит, он говорит, ну я же, если совет директоров меня отзеркалит, значит я делаю правильно, все правильно, да? А директор сходит с ума. И вероятность там, ну, пойти в какое-нибудь ошибочное направление, туда вложить все ресурсы, она просто увеличивается. Итак, смотри, собственник, создавая совет директоров, входит в совет директоров и, как правило, на должность председателя совета директоров. Самый типичный вариант. Это нормально? Скорее, да. Окей, председатель. На начальном этапе точно нормально. Директор должен входить в совет директоров как совет, как член. Здесь 50 на 50. То есть мы работали и со схемой, когда директор входит в совет директоров, и когда директор не входит, то есть не имеет права. И то нормально. Но при этом, да, и то, и другое имеет 50 на 50 право на существование. Здесь какая проблема? Смотрите, когда директор входит в совет директоров, чаще всего он, как член совета директоров, все равно принимает позицию себя как директора и отстаивает позицию как директора, как исполнительного менеджмента. И в этом смысле он внутри совета директоров по правилам, необходимым для эффективной работы самого совета директоров, не работает. Тогда возникает вопрос, а какая зачем, разница, да? Если он все равно на всех советах директоров присутствует, докладывает, свое мнение как бы отражает, членом, да? Зачем ему быть членом? Он может быть приглашенный, постоянный приглашенный, да. Без права голоса. Да? И еще возникает одна интересная, кажется, техническая деталь. Значит, у членов совета директоров есть какая-то система оплаты. И здесь система начинает сбоить. Мы ему платим как директору, или мы ему платим как члену совета директоров. Да. Или мы ему платим два раза за одно и то же время. А иногда бывает, что в совете директоров не работает? Вполне адекватные деньги, как бы. То есть даже адекватные деньги. Если, ну да, а получается, ну не может же он совсем бесплатно работать. Там бывают варианты, что внутренние директора работают по как бы более дешевому договору. Нет, более дешевый контракт. А-а-а. Значит, там стоимость контракта его, да, там внешние директора чаще всего дороже, там и так далее. Вот, там есть варианты. Но совсем бесплатно, скорее всего, это бессмыслица полная. Итак, так. Допустим. Все плюсы и минусы понятно. Допустим, он у нас зашел. Допустим, у нас 5 человек. Прежних подчиненных брать нельзя. Друзей брать нельзя. Где взять остальных?
можно в ограниченном количестве. То есть, конечно, вот если из 5 членов совета директоров 2-3 это будут сотрудники там, холдинга и так далее, в этом нет проблем. Но если будут все 5, ну, то есть тогда это будет проблема. Сотрудники. Да. Значит, дальше. Оптимальный вариант, когда есть хотя бы один, а лучше 2 независимых директора. То есть, внешние директора. Что это за птица? Сейчас, независимый директор. Да, сейчас расскажу. Значит, независимый директор, по большому счету, это как индикатор чистоты работы совета директоров. От кого он не зависит? Он не зависит, он не является сотрудником, он не является подчиненным. То есть он не зависит от самой компании. Да. И он, значит, не зависит от собственника. В каком плане он не зависит? Ну, то есть собственник может заключить с ним контракт акционера, может не заключить. А независимому директору сейчас, платят секунду, деньги? Платят. Но независимость появляется в двух аспектах. Первое – это материальное. Угу. То есть независимый директор – это человек, который имеет доходы достаточно существенные, кроме тех доходов, которые он получает в совете директоров этой компании. Угу. То есть доходы в совете директоров этой компании не решают всех его жизненных проблем, не являются его единственным источником доходов и так далее. То есть он получает там деньги, либо он работает в нескольких советах директоров, либо он имеет другие доходы, либо он имеет там пассивный доход как рантье и так далее. То есть масса вариантов. Это первый фактор независимости. Второй фактор независимости. Он должен быть достаточно независим ментально в своих суждениях для того, чтобы отстаивать там профессиональную точку зрения, а не потому что, смотри, пункт первый, он материально зависен от компании, то есть от собственника, и вынужден всеми руками держаться за этот контракт, иначе как бы, если ты что-нибудь не то сказал, с тобой контракт Сергей, следующий смотри, год не вот, продлят. Например, допустим, да, компания производит, не знаю, какие-то строительные материалы. Независимый директор должен понимать этот бизнес, быть специалистом в этом, или он как? Хороший вопрос. И чаще всего задают. Здесь есть несколько вариантов. Значит, независимый директор может быть специалистом в отрасли, как вот, например, там, в рынке строительных материалов или в производстве строительных материалов. Второй вариант. Он может обладать универсальными компетенциями. Универсальные компетенции – это финансы, там, стратегия, аудит и так далее. Это то есть, как вот комитеты, да, мы с тобой говорили. По сути, да, как бы это вот структура комитета. Кстати, рекомендуется, чтобы комитеты возглавляли как раз независимые директора. Ну, понятно, что не бывает столько независимых директоров, сколько комитетов, но в целом вот рекомендации такие, чтобы комитеты возглавлялись именно независимыми. Супер. Там, насколько это возможно. А... И еще один момент. Вот я сказал, роль независимого директора. Если грубо упростить, значит, если в совете директоров есть адекватные независимые директора, это, скорее всего, свидетельство того, что совет директоров работающий и прозрачный. Независимые директора, как раки, индикаторы чистоты воды. Как только вода становится мутной, независимые директора и раки из мутной воды убегают. Уходят. Да. То есть, вот, это вот индикатор того, что здесь есть прозрачная нормальная работа. Угу. И, кстати, для биржи это тоже один из факторов, почему, когда компании выходят на IPO, хотят вывести на биржу, да, они просто вынуждены набирать независимых директоров как раз для того, чтобы обеспечить вот этот как бы фактор транспарентности. Супер. Теперь самое-самое интересное. Мы с тобой поняли, что как бы вот, ну, есть у человека там теперь легко, что я собственник, для меня выход, чтобы если я понимаю, что я устал, и мои дети не хотят, я хочу как-то окэшиться, то есть хочу получить деньги, это подготовить компанию к продаже. Реально, наверное, это 2-3 года, да? Да. Да. То есть мы понимаем, что от момента принятия решения до момента того, когда к тебе начнут ходить покупатели, и смотри, как работает, ты должен поработать серьезно 2-3 года. Это создание системы корпоративного управления в виде совета директоров, ну и плюс аудированная какая-то легальная отчетность. Да, наверное. Плюс здесь еще можно приложить там пару таких технологических там вещей, что просто нужно форсировать доходную часть для того, чтобы показать большую капитализацию. Да, чтобы цена была приятнее. И еще один момент. Нужно оформить все активы, материальные и нематериальные, чтобы на компанию, чтобы на них были свидетельства о собственности и так далее. И так далее. Тогда, появляясь или разговаривая с потенциальным покупателем, на вопрос, а что вы продаете, вы говорите, слушайте, вот набор активов, вот система менеджмента, которая работает без меня, и если ты заходишь в этот бизнес, а я ухожу, то эта система менеджмента продолжает работать независимо от меня. И третье, вот доходность этого бизнеса, составляющая, да, которая обеспечивает такую-то капитализацию, соответственно, определяет цену. То есть на вложенный рубль ты получаешь столько. То есть ты можешь либо построить это все сам заново, либо вложить и зарабатывать деньги. Ну, компании чаще всего и покупают для того, чтобы не строить самим все это заново. Все круто, все супер. Давай нырнем прямо в менеджмент. Вот самое главное. Давай. Первое дело.
первое утро собственника, который принял решение создавать совет директоров. Вот я нанимаю тебя как директором, или ты меня там, да? И что нам делать? Вот как начинать отдавать давай так, директору? Значит, одним утром ты не отделаешься. Значит, минимум нам нужно будет с тобой запереться на 2 дня и поговорить о том, а зачем тебе все это надо. То есть это стратегическая сессия с собственником. Да. А зачем тебе это все надо? И насколько ты действительно готов пойти до конца, менять, вернее, не что-то, а менять достаточно серьезные вещи, ради чего, зачем, почему, насколько вот этот вопрос, он проработан. Скажи, пожалуйста. У меня был кейс, когда собственник говорит, а не создать ли, ну вот я немножко утрирую, но смысл был такой, вот что-то у меня как-то с управлением как-то что-то не так, а не создать ли мне совет директоров? Создал совет директоров, набрал директоров, даже послушал рекомендации, и из там 7, по-моему, членов совета директоров, значит, даже 2 независимых забрал. Поигрался 3 месяца и все, потом сказал, мне некогда собираться, много куча дел, я уехал там, давай перенесем и все. Поигрался в 3 месяца и эту тему бросил. Вопрос, изначально просто не был проработан вопрос, а зачем это нужно на самом деле? И нужно ли это на самом деле? То есть, вот он попробовал, как попробовал. То есть, не понравился, и остался в управлении сам. Окей. Скажи мне, пожалуйста, какие наиболее частые ответы, зачем это надо? И как ты чувствуешь, что готов ли человек идти до конца в этом? Или у меня нету гигантской базы обобщать для того, чтобы сделать наиболее частые ответы. Да? Я не знаю, там, наиболее типичные ответы, вот чаще всего, да? Мы уже как раз их проговорили. То есть я устал, я ухожу. Вот, я хочу это продать, я хочу как бы капитализировать свой результат. И я хотел бы, чтобы это было передано чтобы кому-то. Но это, кстати, не самый частый, вот, как бы, чтобы кому-то это передать. Потому что часто оказывается, мы знаем, как говорят, на природе природа на детях великих отдыхает. Вот этот эффект срабатывает и в бизнесе. То есть родители, которые сами там с нуля зубами выгрызли то, что выгрызли, и добились того, что добились, они часто, и я тоже по отношению к своему сыну, да, создают более комфортные условия, в которых им не нужно вгрызаться. У них есть квартира, машина. Они уже обеспечены, да, им уже не нужно. Сколько от звезд у нашего отеля? 0 как? Да. Поэтому этот эффект, он, как мы знаем, его на себе. Поэтому часто оказывается так, что те родители, которые кровью, потом, зубами выгрызали, создавали этот бизнес, да, они создали это на своих компетенциях, на своих личностных характеристиках. Их дети чаще всего более мягкие, там, они, может быть, там, хотят наоборот развиваться в каком-то, не знаю, там, графическом дизайне. Или, там, как одна знакомая говорит, у меня дочка, она хочет мультфильмы рисовать. То есть я вот думаю, там, математикой ей заниматься, а она мультфильмы хочет рисовать. Ну вот хочет человек мультфильмы рисовать и все. Хотя мама там добивалась там всего сама. И здесь то же самое. Поэтому вопрос передачи детям, он самый сложный и как бы самый такой проблематичный. Проще передать детям капитал, да, чем передать бизнес. Да, проще им завести детей в совет директоров, да, там и так далее. Окей, итак, мы проговорили с собственником, он подтвердил, да, я хочу. Что дальше? Когда мы выяснили, зачем он это хочет, и хочет ли мы, и хочет ли этого на самом деле, значит, второй шаг, собственно говоря, это сформировать сам совет директоров. То есть подобрать... Что сначала, совет директоров или поиск директора? Я думаю, что сначала совет директоров. Угу. Потому что вопрос, нужно ли, вернее, не нужно ли, а как бы вопрос подбора директора вполне адекватно, если этим будет уже заниматься совет директоров. И собеседование к его могут проводить. Итак, да, мы очень детально проговорили, кто такие люди, как войти. Все, мы набрали совет директоров, и теперь мы готовы найти генерального директора. Не-не-не, да? Еще раз, про совет до генерального директора. Значит, внутри совета директоров есть одна особенность. То есть просто того, чтобы нужно подобрать подходящих людей, и нужно запустить режим работы совета директоров в правильном формате. Как? Значит, что я называю в правильном формате? Смотрите, совет директоров – это коллегиальный орган принятия решений. Мы вот в России в большинстве случаев не понимаем и не умеем, как принимать решения коллегиально. Хуже того, мы не умеем исполнять и поддерживать решения, принятые коллегиальным органом. На чем сыпятся советы директоров? Первое, на том, что решения принимаются не коллегиально, то есть без обсуждения. А то волею, есть, да? А волею там более старших, более влиятельных. Ну, то есть, если собственник, будучи председателем совета директоров, будет как бы безапелляционно вбрасывать решение, которое он хочет провести, ну, то в этом три его подчиненных его поддержат, а независимых директоров незачем будет и слушать, да, то решение
решения, принятые в таком режиме авторитарном, они будут, собственно говоря, воспроизводить предыдущую модель, когда собственник, он же менеджер, авторитарная модель управления, когда собственник, он же менеджер, управлял всем этим сам. То есть, лепить совет директоров для того, чтобы воспроизвести ту же самую модель, смысла никакого нет. И сейчас вот мы говорим, ну не мы говорим, а вот в информационном пространстве шум, значит, всех учат лидерству, там, давайте вмещать лидерство. У нас 99% компаний лидерские. Потому нам, что он предприниматель. Нам не нужно людей учить лидерству, поверьте. Нам нужно людей учить менеджменту и коллегиальным способом принятия решений. Вот кто имеет ТСЖ, зайдите в ТСЖ и посмотрите, что такое отсутствие коллегиального способа принятия решений. Вот получается, что мы либо умеем работать в авторитарном режиме, и у нас это не так уж и плохо получается. Но как только мы пытаемся перейти в режим коллегиального принятия, у нас получается ТСЖ. Вот крайность. Но то есть, а нам нужно, чтобы у нас было не ТСЖ, а управляемый режим принятия коллегиального решения. Мало того, что ты говоришь принятие, так еще важно придерживаться и исполнять. Это часть. Это следующая часть, да. То есть, получается, что здесь нужна определенная культура. Прежде чем принять решение, должна быть вброшена проработка. Вся информация. Потом эта информация должна быть проработана, обсуждена. Потом должны быть сформулированы альтернативы. Значит, обсуждены плюсы и минусы каждого решения. И только потом переходить к голосованию. Вот когда все эти стадии пройдены, мы можем получить адекватное коллегиальное решение. Следующий шаг. Значит, это коллегиальное решение будет бесполезным, если на следующем шаге каждый опять скажет, сидя в своей функциональной шахте, как он привык сидеть, я отбиваюсь от всех решений, от которых могу отбиться, с которыми я не согласен. Значит, эта наша культура тоже достаточно сильно там присутствует. А совет директоров должен работать в режиме. Несмотря на то, что я был не согласен с принятием предыдущего коллегиального решения, но после того, как оно принято, я буду его придерживаться. То есть, вот две вещи. Первое – это выработка решений. И второе – после того, как они приняты, это преемственность и принятие решений. Угу. Вот запустить совет директоров работать в этом режиме – это одна из там по сложности. Вот после того, что собственник принимает решение, я хочу выйти из управления, заместить себя советом директоров и наемным менеджером, по сложности – это вторая задача, то есть запустить совет директоров в правильном решении. Угу. И теперь третье, если хотите, переходим к поиску генерального директора. Так, все, хорошо. Четвертый, генеральный директор. Какими основными требованиями собственник должен руководствоваться? Он должен быть, ему нравится, не нравится. Что вот главное для собственника, вот дай вот эта ключевая вещь. Ну, смотрите, здесь ситуация заключается следующая. Собственнику придется делегировать в большей степени совету директоров принятие решения о выборе директора. Это не значит, что он полностью должен отказаться от своего права, угу. Поскольку если мы говорим о ситуации с мажоритарным собственником, у него все равно самый большой контроль, самый большой риск по сути, он будет принимать решение, самая большая ответственность, да. Но в этом смысле его задача заключается в том, чтобы частично часть этих функций делегировать. Потому что вот я наблюдаю ситуацию, как бы собственник говорит, сейчас вот в реальной жизни это происходит. Собственник говорит, подбираем генерального директора. Значит, он говорит, давайте так, чтобы первое самое главное, чтобы он был специалист в отрасли. И все, и значит кадровик начинает исполнять эту задачу. А мы, например, уже понимаем и знаем, что вот сочетание таково, что нам нужен просто современный, продвинутый менеджер, который, то есть первый приоритет, это то, что он будет современный, продвинутый управленческий менеджер. Управленческий, не специалист, не да, экспертный, да, а управленческий. Он будет, в первую очередь, он должен быть управленец, а не отраслевик. Потому что среди отраслевиков, которые выросшие вот в этой старой затхлой системе, хороших управленцев нет. Это как в Макдональдс не брали из советского общепита. Вот пример, да? То есть, потому что люди, испорченные советским общепитом, не могли работать в этой системе. И они брали с нуля, ну, как бы хороший материал, который можно подготовить, вот, но не брали отраслевиков. Сереж, не поверишь, время пролетело, не знаю, осталось 5 минут. Самый главный вопрос. Вот. То есть позволить совету директора, то есть неоднозначно диктовать приоритеты при выборе директора, а позволить совету директоров участвовать в расстановке приоритетов и профиля. Все, выбрали. Самый главный вопрос. Первый день генерального директора. Что собственник может ему отдать? И как ему вот это все отдавать? Смотрите, дальше ситуация такая. Если у нас есть совет директоров и есть генеральный директор, мы отдаем генеральному директору все права, которые положены ему по уставу. То есть, так как у нас распределены функции будут по уставу, все мы это ему отдаем.
То есть он принимает решение, он подписывает, но значит, дальше включается следующий цикл. Прежде генеральный директор совету директоров предлагает бюджет, на утверждение бюджет, оргструктура, бизнес-план, стратегия, там разный набор документов, который показывает характер работы компании на ближайшие 1-3-5 лет. Совет директоров это утверждает. Генеральный директор работает, придерживаясь того плана, который он предложил, а его с какими-то корректировками приняли. И дальше совет директоров там, с интенсивностью раз в 2 месяца или раз на полтора этапе, месяца, да? постоянно контролирует то, как движется процесс развития бизнеса, как исполняются бюджеты, как исполняется стратегия. Но не ныряет и не лезет в управление. Абсолютно точно. Но не ныряет, не лезет в операционную деятельность директора. Дай совет собственникам, чтобы вот как сдержать зубы и кулаки, чтобы не пойти порулить этой компанией, когда кто-то другой сидит в моем кресле. Что он должен себе сказать? Заключить контракт, что как только ты полез рулить вместо совета директоров или вместо собственника, с тебя $1000. Сереж, слушай, ну невероятно интересно, супер динамично, мы все прошли. Итак, подводим некий итог. Я буду говорить, ты меня прям по ходу поправляй. Уважаемые собственники, мы, собственно говоря, трудимся для вас. Предприниматели, начинающие, вам это будет очень полезно. Ну а в среднем это, наверное, компании там, от 100 или до 100 человек, где уже есть определенная рутина, где есть актив. Если нет актива... От 100 и более, я бы даже сказал. Я все-таки, я придерживаюсь твоей точки зрения, я бы уже мог задуматься и там, до 100. Особенно если нет актива, то потом продавать нечего. А вот здесь как раз очень важно внедрять систему управления, потому что тогда получается у компании хоть какая-то стоимость. Итак, если вы устали, если вы чувствуете, что ваши дети не хотят, если вы хотите получить кэш за свою компанию и реально понимаете, что могли бы заниматься другим, но вам страшно что-то делать, поймите, что у вас впереди есть путь. Путь этот как минимум 2-3 года для того, чтобы создать систему управления, создать совет директоров, подобрать туда людей, сделать так, чтобы он работал, сделать так, чтобы решение его коллегиально, научиться коллегиально принимать решения, поддерживать и исполнять. Потом вместе найти директора и дать ему право, как бы вам не были дороги те люди, которых вы 20 лет нанимали, при необходимости заменить. Слушай, вот это ключевой момент. Это обязательно произойдет, потому что люди, которые были завязаны на собственника, значит, значительная часть их не будет принимать новый менеджмент. И в этом смысле будет проблема не того нового директора, который пришел, а проблема старых людей, что которые... Что они начнут бегать. Да, здесь... они не смогут его принять. Если не смогут принять, не смогут с ним работать, и начнется проблема... То есть ротация произойдет обязательно. К этому тоже надо быть готов. Супер, но это на двухдневной сессии с собственником прорабатывается. Что мы с тобой про это проговорили, поэтому собственник должен понять, и если он действительно хорошо к ним относится, предупредить, помочь им выйти из компании, заплатить нормальные деньги, потому что они много лет на него работали. А кому-то помочь адаптироваться, принять. К этой системе, да, принять человека. И только тогда, понимая, что ты это можешь сделать, создавая правильную систему управления, систему отчетности, вводя диджитализацию в свой бизнес, систему CRM, 1С хотя бы, все что угодно, чтобы можно было цифры посмотреть, как ты правильно говоришь, сделать упор на продажах, чтобы поднять эффективность бизнеса, заглянуть в процессы, посмотреть управление затратами, чтобы цифры, которые были, стали лучше. А может быть, погрузиться, знаешь, так в той самой сказке, такая корова нужна самому. Ведь когда ты создал классную компанию, которая прекрасно работает, управляема, ты можешь Когда она от тебя требует 2-3 дня в месяц, ты можешь получать удовольствие вновь и раскрыть весь свой потенциал, снова привнести. То может и не надо тогда продавать ничего. И самая интересная метаморфоза происходит, которую я видел в реальной жизни. То есть человек, который у нас сидел в исполнительном менеджменте, он занимал одну позицию. На следующий год он вышел из исполнительного менеджмента, но остался в совете директоров. Он тут же переобулся. И если раньше прозрачность, система CRM, оцифровка ему были не нужны, то ровно как он переобулся, и он начал страшным быть сторонником и апологетом того, что система должна быть прозрачна, посчитана. Ему надо видеть, что абсолютно происходит в компании. Точка зрения. Точка сидения определяет точку зрения. Да. Когда ты сидишь внутри и рулишь сам, тебе этого ничего не нужно. Как только ты вышел из этого, ты создаешь все, чтобы система работала. И вот это вот ключевая метаморфоза, которая в том числе и с собственниками происходит. Сергей, огромное тебе спасибо. Уважаемые собственники, уважаемые руководители, мы открыты. Роман Дусенко в Фейсбуке, Сергей Елисеев в Фейсбуке. Мы готовы отвечать на вопросы. Мы делаем, мы работаем это для вас. И вот я часто еще раз хочу и тебя поблагодарить, наверное, и наших руководителей, когда мы встречаемся в регионах,
И мы пытаемся рассказать о той системе управления, как должна быть, и мы делаем это бесплатно для того, чтобы в нашей стране система управления, менеджмент, качество менеджмента стало лучше. И закончу твоей фразой. Нам в России сейчас не столько нужны лидеры, сколько нужны правильные, грамотные управленцы. Спасибо, это и до новых встреч на радио Медиаметрикс, программа «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. Спасибо, до новых встреч.